Доброе утро. Идем. Дань, ты выходишь? Идем резать козла. Ящики это, да, не просто куда-то. Куда-то туда, может, сенник спрячет, я не знаю. Бросит из коридора. Идем резать козла. Он и так у нас засиделся. Давно его надо было резать. Мы все откладывали, откладывали. А, ну, как всегда, то откладываешь, что некогда. Ну, вот сейчас муж дома. Пойдем зарежем. Тазики, вода. Все, мы пошли за козлом. Он в ошейнике, но давайте вы его вытаскивайте, потому что он большой, и он сейчас не согласен будет с нами. Не, подожди, вам попозже. Попозже, это они обеда просят. А я еще сама не обедала, у нас никто не обедал. Да, подожди, подожди. Давай ты попробуй. Давай. Вот! Стоит. Куда ты полез? Выйди из загона, эй! Отдельно держала, потому что здесь Алтай и еще вон козик бегает. Они нормально себя ведут. А этот дурак, как только его выпускают, он начинает гонять коз, заезживать их. Ну прям вообще дурик. Пойду я ловить, они без меня идут долго. Вот он. Хватай. Вот он пришел. Рядом с черной. Ну, не надо есть. Подожди, чтобы его накрыли. Пойду я. Тихо, тихо. Я не к себе. Да нет. Иди тоже помогай, он сейчас будет так выдрыкиваться. Он такой козел. Он не такой, он не злой, не дурацкий. А, видал что, да? На него смотришь? Ты видал что? Потащили они его, да? Безобразник этот. Ты его часто учил, да? Плохо себя он вел всегда, да, Алтай? Смотришь, куда потащили? Вон уже затащили, я пошла. Я пошла к вам попозже. Все в порядке. Опа, завалили. Там зарезали. Пойдем. Сейчас будем бежать. Деньку убрали, он уходит, когда режут. Ну, это зрелище, конечно. Я сама сажусь, я на него как бы сажусь, но я отворачиваюсь. Я сама как бы не очень. Если бы было кому делать вместо меня, лучше бы я... Подарки. Да, вам все хорошо с утра. Сырки давала им. Там старые огрызки лежали. На. Денюсь, да? Ну и туда иди, в будку. Ага, и мусольте там со своими ребятами. Сейчас там папа доделает его. Ноги отрубил, надо дырки сделать, чтобы подвесить козла. Все, мы... Ошейник этого для пьет. Да, надо унести. Ну, пузатый какой.
Наша задача, короче, поднять его за эти, за задние ноги. И подвязать его. Все, и остальное он тут сам будет делать. Ну ты перчатки переодел, сухие? Переодел? Сможешь воду прямо нашей вот так вот снизу сделать. Вот принесли. Печень. Печеночка. Ой. Очень люблю. Ну, печень, сердце. Легкие. Как же это все будет вкусненько. М? Ну, хорошо, что прям не весь он заплывший жиром. Жир есть, но иногда бывает, что органы ищешь. Не можешь добраться до них. Все это очень вкусненько. Все. Вот это сейчас нужно в холодную водичку. Ой, как же я люблю печеночку. Прям тут вообще на один раз нам. Как нас жарю прям. Красивая, да? Печеночка. Все уже доделывает. А я вышла уже, мы пообедали. Вот сейчас козам положу опять сено и пойду в сарай там сено положу. А там возле сарая вы не выкатите? Сена. Вон у нас там сено. И так неудобно. Оно на боках лежит. Естественно, закатывали как могли. Ну, в смысле, катили. Баннер этот огромный. Его задираешь. Ну, неудобно оттуда выковыривать. И они обычно его берут оттуда и подкатывают. Ставят как надо, и чтобы было удобно вытаскивать сено. Там сначала добраться нужно на него. Долго они тут добирались, только он под этот баннер. Ну, потому что, да, это неудобно. Это вот кажется так, но лежит оно, подошел, взял. Нет, там столько всего навалено. Во-первых, чем подпирали от ветров, от этих, от ураганов. Баннер этот огромный. Я не знаю, сколько там метров. Это не несколько кусков, там несколько метров. Много метров. И самое главное, они же на боках всегда лежат. Катушки эти. Они его должны выкатить и поставить. А я тут пока тоже наковыряла кучу. Ну, пускай хоть тут лежат, просто его надо поставить. Да, нет, сейчас-то он лежит на боку, а поставить его правильно. Не, ну и пускай он здесь накрытый, да. Просто перевернуть его надо.
Ледышки какие. Вот сюда. Да вот как он просто его подпихнул. Как он стоит, лежит, так и поставьте его просто. Почему он там будет? Он не там. Я вам про что и говорю. Просто переверните и все. А мне не надо ходить, я буду с этой стороны ходить. Похожу. Похожу, да, вот так вот. Вот, вот так и похожу. Все. Он сверху кое-где почернел от дождей-то, а так внутри хорошая стенка, зелененькая. Эти веревки внизу сразу убрать. Дэнь, вот эти веревки развяжи, растяни. А то в темноте-то я их не увижу, ага. А, нашел ножик, потому что я его не могла найти. Сейчас днем не давал он сена. Сейчас я сама тогда. Отрежьте их там внизу, а то в темноте это не увижу. Все, и так уже лучше вокруг отковыривать. Так, а я как раз сюда. Там я сделала сено. Ну, видите, оно зелененькое. Сено где-то хорошее. Когда я его расковыряюсь. Ну вот и я вечером в сарае, всю работу сделала, травки положила, сено, корову подоила, телку покормила, водички налила, яйца собрала. Пойду за козами сейчас, за гуленами, за этими, а то они на улице. Перекрыла. Естественно, они сейчас ломанутся по сараю, пойдут гулять. Забыла. Ну все? А? Вы же самостоятельные, должны тут. Никто не загулял там у нас? Жена чьи-то. Открываем шлагбаум.
Так, я ухожу. Свет еще не выключаю, потому что еще наши там не приехали. Нужно ведра набрать. 3 или 4 вот этих 20-литровых. Показываю сверху. Кажется, маленькое, да, ведро? И ребенок натаскает сюда воды, так что свет пока еще не выключаю. Он сюда придет. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.